А есть что-то нормальное? Не знаю, брат, не знаю. Возможно, следующий артист тебе зайдет, потому что люди, знающие, говорят, что это, наверное, один из самых underestimated, недооцененных артистов российской рэп-хип-хоп-сцены. Типси-тип, товарищи. Внимание на экран. Я думал, это Киркоров. Сейчас машины в клипе будут и женщины сто пудов. Больше ничего. Машина уже есть. Сколько осени, сколько зимы. Такой рэп из конца, начала 2000-х. Там, когда ты все... тоже вспомнил Кулио и Гэнгста Стэр, да? Когда все слушали там Локдока и ТГК, и вот это вот все. Что-то из такого поколения. И, в принципе, фактурные эти мужики бородатые классно выглядят. Да блин, сейчас это ничего. Это кто говорит-то? Вот этот вот фактурный бородатый не, классный не мужик. Не то, чтобы я там выбрал а для своего плейлиста, но... Не, это хорошо, просто в общем, очень наверное, хорошо, скорее, чем плохо. Ну, это снято хорошо. Это, на самом деле, притягивает глаз и... Как ни странно, вот эта вот вся нагнетенная темнота, она не отторгает, наоборот, привлекает. Потому что мы к ней привыкли, мы живем среди этой мы тьмы. Мы живем в Москве, мы к ней привыкли. О, боже. Там вот-вот в каждом подъезде такой мужик в рабу лежит. Гроб неправильный. Кузькину мать, а мне за нас. Река пошла в занос, это нос износился. Тут рядом падают, чтобы распедали тряпки. Ну, это серьезная вообще работа, конечно. А вы зачем нам серьезные работы показываете? Каванс, нищета, как бонус, Бог дотронулся до оборванца, дай до твоих глаз дотронуться. Ну, я понимаю, что, с одной стороны, хорошо, что, ну, типа, хорошо снято, и там свет, какие-то такие штучки, но, с другой стороны, плохо, что только это хорошо, но на мой вкус. Ну, я вижу всех этих операторов, команду, но я не чувствую себя как зритель, который смотрит какую-то сказку. И, ну, и неприятный чувак почему-то. Ну, и как он поет, и как выглядит. Но зато музыка, когда началась, я думал, сейчас будет что-то прикольное. Инструктору понравится. Ну, что-то мудрое. Даже борода внушает. Не, ну вообще тут жизненно все про мрак. Я люблю про мрак. Но рэп, в общем-то, все еще кал, так что я не знаю. По-моему, все здорово здесь, серьезно. Очень хорошая работа. Ну, видно, во-первых, хорошо сняли, хорошо смонтировали. Драгон другие есть. В конце человека похоронили, я так понял. Там была и суть, что они за одним столом хоронят человека, и за этим же столом происходит свадьба. То есть, по сути, ну, я не чувствовал, что они переставляют камеру просто. К тому, что она, видимо, из такой семьи, что если ее возлюбленный, к сожалению, ушел из жизни, то ее семья обязана ее выдать замуж, потому что они плохо будут говорить в обществе. И поэтому эта вся драма здесь, ну, культивируется, так мне показалось. Как будто бы ты читала книгу, по которой сняли этот клип. Голосуем, ребят. Ты же не любишь рэп. Несмотря на то, что это рэп, есть где покопаться. Переверни палец вниз. Не-не-не, нормально. Я не возражаю, но и не восторгаюсь. Все нормально, все хорошо, не переживайте, пожалуйста. Это же тип-си-тип. Только что от вас не получил ни одной отрицательной оценки. Вот так. Потому что молодец. Получилось, что четверо за, а восемь воздержались.